Всем привет! Меня зовут Дмитрий, и я пробую первый раз варить сварочным инвертором. Попробуем для начала сварить трубу. Для того, чтобы ее сварить, ее нужно сначала разрезать пополам. Я это сделал болгаркой, установил данную трубу на стол, закрепил ее струбциной. Клеммы минус подсоединил к трубе. Устанавливаем электрод в держатель, включаем инвертор. Дугу зажечь так и не получилось, а все из-за того, что я не зачистил металл. Сейчас мы это сделаем и попробуем еще раз. Несколько движений электродом по трубе, и дуга загорается. Так как сварку произвожу впервые, делаю точечную сварку, так как посмотрел на YouTube видео. При таком виде сварки меньше шансов прожечь металл. Прошел небольшой участок трубы. Сейчас вам покажу результат.